Так, теперь давайте рассмотрим вариант, когда нам нужно прибавить в конце и в начале ряда по две полных клеточки. Сейчас я поближе сделаю. Так, наберем 5 воздушных петель. Начально мы сделаем одну клеточку. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Свяжем столбик в третью воздушную клеточку, воздушную петельку. Так, раз петелька. Так, я уже заговариваться начала, но ничего. Так, 2 столбик с накидом и 3 столбик с накидом. Так, всё, это у нас начало. Теперь мы переходим на второй ряд, и нам нужно вот здесь вот 2 полных клеточки прибавить. Что мы делаем? На одну клеточку нам нужно 3 воздушные петельки, так? Вот мы их вяжем. 1, 2, 3. Так. Машина проедет. Шумят страшно. Так, 3 воздушные петельки у нас на одну клеточку. И еще 5 воздушных петелек еще на одну клеточку. Значит, у нас раз я провязала, 2, 3, 4, 5. Всего мы набрали 8 воздушных петелек. Теперь поворачиваемся, так, и вяжем столбик с накидом, пропуская 1, 2 воздушные петельки, и в третью вяжем столбик с накидом. 1 столбик, потом следующий еще 1 столбик, 2, и еще 1 столбик в следующую воздушную петельку, 3. Так, вот у нас одна клеточка, так? Дальше опять мы столбики вяжем, мы добавляем 2 клеточки заполненные, да? Это у нас одна клеточка. Еще вяжем 1, 2 и 3 столбика. 3 столбика. Это у нас заполненные 2 клеточки. Значит, для 2 заполненных клеточек у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков с накидом. А вот это вот у нас воздушные петельки вот с краю. Она у нас тоже считается как 1 столбик. Вместе с ним получается 7 столбиков, как бы с накидом. Дальше в серединке у нас будет пустая клеточка. Значит, 2 воздушные петельки для пустой клеточки. И вяжем столбик с накидом вот в начале нашего вязания. Так, где у нас тут петелька? Провязываем столбик с накидом, и теперь нам нужно 2 клеточки заполненные прибавить сюда. Вот смотрите, у нас здесь 7 с крайними вот этими воздушными петлями считаю, значит, здесь тоже 7 должно быть. Первую мы провязали, дальше мы вяжем еще 6 столбиков, нам надо добавить, да? Вот их мы будем вязать столбиками с 2 накидами. Вяжем в основании вот этого столбика первый столбик, 1 раз без накида, 2 раз с накидом и 3 раз все вместе. Опять с 2 накидами столбик вяжем вот в эту петельку, вот она видна прям, вот она петелька. Вот сюда вяжем в основании нашего столбика, 1, 2, 3. Это у нас уже 2 столбика. Опять вот в основание столбика, вот она петелька. Так, 1, 2 с накидом и 3 просто так. Все вместе, вернее. И вот так вот мы добираем по краю 7 столбиков вяжем. Так, у меня уже 1, 2, 3, 4, 5.
6 и 7. 7. Вот у нас добавили с двух сторон по 2 заполненных, по 2 заполненных клеточки. Теперь мы переходим на третий ряд, но оно будет точно так же вязаться, как здесь. Ну, я повторюсь опять. Опять мы добираем 1, 2, 3, это на одну клеточку. 1, 2, 3, 4, 5, это на вторую клеточку. 8 воздушных петелек. Поворачиваемся, опять вяжем в третью воздушную петельку. 1, 2, вяжем в третью петельку столбик с накидом, и всего вы должны провязать их 6. Вот первую я провязала, вместе с этой считаем 7. Первую, в общем, я вот эти воздушные петельки как одно, как один столбик считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 над вот этим вот столбиком крайним. Так, теперь у нас в середине вот здесь вот у нас 2 пустые клеточки, например, мы будем здесь вязать, да? Значит, у нас здесь 2 воздушные петельки. Пропускаем, вот здесь вот мы провязали, пропускаем 1, 2 петельки и в третью вяжем столбик с накидом. Это у нас 1 пустая клеточка. Вот над заполненной она у нас появилась 1 пустая. Опять 2 воздушные петельки. И опять над вот этим столбиком я вяжу столбик с накидом. Так, опять 2 воздушные. И над вот этим столбиком вяжу столбик с накидом. Опять 2 воздушные. Пропускаем 2 петельки вот здесь вот. И в третью вяжете столбик с накидом. И опять 2 воздушные и последний столбик с накидом в конце нашего ряда. Так, ищем, ищем, куда ее воткнуть. Так. Так, вот мы провязали. Вот, как видите, вот у нас середочка состоит из пустых клеточек, а крайние пустые клеточки мы заполнили. Ну и уже я этот край опять довяжу и опять покажу. Опять же, здесь кроме этой еще нам надо 6 связать. Значит, 7 столбиков всего у нас должно быть. И опять вяжем столбиками с 2 накидом. Раз я связала, теперь вторую. Так, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Видите? Таким вот образом. Ну и вот такая вот штучка у вас получается. Таким вот образом у вас вот ступенечкой добавляются полные клеточки.